В эфире музыкальная программа Positive Life, и я ее ведущая Вероника Миндич. В этом выпуске, как и всегда, я расскажу вам кое-что интересное о звездах шоу-бизнеса, и заодно мы вместе послушаем прекрасные песни. Начнем! Солисты группы Play решили стать блогерами. Да-да-да, их тоже подхватила эта волна. Ну, признаться, меня тоже. Я даже создала свой канал на YouTube. Ребята снимают коротенькие и интригующие видео о своей жизни. В одном из них артисты рассказали о том, как они снимали клип на песню «Друг». Ну, конечно, без приключений не обошлось. Начнем с того, как Вася в самолете сел на жвачку, и заканчивая приездом полиции на съемки. Я столько раз смотрела этот клип, но никогда бы о таком не подумала. А вы часто смотрели эту видеоработу? Если нет, то пора восполнять этот пробел. Ну, а если да, то лишний просмотр не помешает. Play, друг! Давай оставим все как есть и будем веселиться. Давай не будем в этом месте переходить границы. Пускай так тянет, тянет, тянет к тебе. Ты просто друг. Саха «Пьяная» — первая видеоработа коллектива с другой солисткой. Напомню, что полгода назад коллектив изменил свой состав, но вопрос, какая же солистка лучше, до сих пор не утихает. Мы предлагаем вам посмотреть этот клип, чтобы вы смогли сами определиться, какая же все-таки Саха вам нравится больше. «Пьяная» появляется в эфире через несколько секунд. Странная и не
сил дождаться, от неба оторваться, не остановиться. Плакать, то смеяться и снова возвращаться, чтоб заново родиться. «Градусы» в этом году номинирована на множество престижных премий. Они это прокомментировали следующим образом. Получать награды всегда приятно. В первую очередь, потому что так мы еще больше видим мощь нашей армии и силу вашей преданности к нам. Желаем парням удачи, успехов, и их песня «Хочется» играет дальше. Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой? То не отхожу от холодильника, в темноте он вместо светильника. То весело без явных причин, да просто я остался один. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. В голове лишь дым. Я не могу больше быть один. И никто не капает на мозги. Можно посидеть чисто по-мужски. Весь день лежу, смотрю в потолок. Опять забыл полить твой цветок. Можно бы, конечно, но все не так. Хоть бейся головой о дверной косяк. Посуду вымыл и сварил суп, а все-таки она лучший друг. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать шутка. В голове лишь дым. Я не могу больше быть один. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать шутка. В голове лишь дым. Я не могу больше быть один.
вдруг я уйду, она придет. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. В голове лишь дым. Я не могу больше быть один. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. В голове лишь дым. Я не могу больше быть один. Мало кто знает, что рэпер Легалайз много лет занимался карате и даже имеет коричневый пояс. Так что осторожно, не стоит переключать канал. Ну, это была шутка, но канал действительно не стоит переключать, так как впереди все самое интересное. Вот, к примеру, клип Легалайза и Тины Кузнецовой «Мелодия души». Смотрим! Самый сильный пропущенный удар наносят не люди. Его наносит жизнь. Мы оглядываемся назад и думаем, как нужно было повести себя в решающий момент. Если есть один шанс изменить свое прошлое, готов ли ты ко второму раунду? Души, звучишь ли ты или пропала среди суеты, среди людей, бегущих по своим нуждам, среди забытых сказок о добре и дружбе, среди зарытых многих обещаний, что люди юные себе давали, возмущаясь, как может быть таким жестоким мир реальный, и незаметно сами в сердце носим камень. И вот уже человек, человеку волк, и пропасть между нами все растет, предать за выгоду, как будто не порог, и на себя взглянуть мешает потолок. И несмотря на слухи о глобальном потеплении, люди становятся друг другу холоднее. В этой полярной ночи и обледенении я только жду надежду, что согреет. Мелодия моей души. Не молчи, подскажи, если трудно, как жить. Мелодия моей души. Пожалуйста, звучи в кромешной тьме. Мне выход покажи. Мелодия моей души. Ведь когда свет в пути почти не различим. Ты так нужна, когда само слово душа произносить нельзя. Там, где умами правят цифры и проценты, когда вас заживо съедят, почуяв сентименты, где напряжение порою достигает точки, когда твое движение дальше просто невозможно, когда сомнения и ворох раздирает душу. Как сделать правильно, как поступить лучше, когда за благородную работу лишь гроши, хотя вокруг одно бабло и торгаши. И в этом мире надо как-то дальше жить, со всех сторон на нас текут потоки лжи, и фильтровать все это нету больше сил. Очередной конфликт совсем нас подкосил, и просто кажется, что мир разрушится. Мелодия души лишь вера в лучшее. Мелодия моей души. Не молчи, подскажи, если трудно, как жить. Мелодия моей души. Пожалуйста, звучи в кромешной тьме. Мне выход покажи. Мелодия моей души. Веди, когда свет пути почти не различим. Мелодия моей души. Звучи. Мелодию твоей души не заглушить, когда так ясен и понятен смысл жить, чтоб видеть рядом ясные глаза родных и делать все, чтоб загоралась радость в них. С собой жертвовать все ради этих глаз, не через год, не через месяц, а сейчас, чтоб ощущалась радость этих дней, чтобы мелодия звучала все сильней. Мелодия моей души. Не молчи, подскажи, если трудно, как жить. Мелодия моей души. Пожалуйста, звучи в кромешной тьме. Мне выход покажи. Мелодия моей души. Веди, когда свет пути почти не различим. Мелодия моей души. Звучи. Oh.
Но правда в том, что вторых и третьих раундов не бывает. Пэтс-Джекерс, KSHMA и Сидни Типсон сняли клип на летнюю и легкую композицию «Экстрим». Стоит послушать один раз этот танцевальный хит, и он прочно засядет у вас в голове. Ну, ладно, хватит болтать. Пойдем смотреть. But I make it like it's your first time, your first time. 'Cause you've got something bright in those dark eyes. Mess me up, just please don't apologize. Огонь, оружие. Всем этим наполнен клип Шамфанка и Эйши «Let You Get Away». Видеоработа уже набрала более 5 миллионов просмотров. Так держать? Эта песня появится совсем скоро и на нашем канале. Смотрим! Excuse to forgive you. And every time that you're good, I forget all the hurt and redeem you. And I don't know what I've been chasing. Caught feelings, now I gotta face them. But I can't refuse you, end up feeling used, getting used to it. I put up with my message unread. You're probably with your friends or some shit. Then you come and crawl into bed. Get away with murder. Got me wondering why, why, why. Wondering why I try, try, try. I let you get away, way, way with murder. With murder. With murder.
truth behind our wandering eyes. Illusions always coming untied. While I'm hanging by threads, will I miss out instead on another love? I put up with your cold shoulders. You're going through my texts and numbers as if I got something to cover. Before the sun's even up, and I let you get away, away, away. Let you get away, away, away. I let you get away, let you get away. I let you get away. Популярный актер и певец продолжает радовать нас фотографиями с отдыха в Каннах. Артист решил отказаться от номера в отеле, предпочтя аренду частной яхты. Канны знаменитость посетила в рамках одного известного кинофестиваля, представ на нем в качестве актера одного зарубежного сериала. А сейчас я предлагаю послушать прекрасные песни от Алексея «Самая красивая». Далее в Positive Life. Спорт в народ! Она мечтает о любви и заедает страсть конфетами. В ее рабочем графике нет время думать о романтике. Это что за пить? Не целовать ее нельзя. С днем рождения, любимый. Она решила, мы с ней просто друзья. Не знаю, как признаться ей, что я люблю ее и с каждым днем сильней. Эй, ты самая красивая, глаза как небо синие. Может часами краситься и так боится, что поправится. Глаза за челкой прячутся, не зная, что она красавица. Любит ходить на каблуках, в платье или в офигите лишь давно. Убегает от меня, не зная, что на свете нет красивей, чем она. Эй, ты самая красивая, глаза как небо синие.
эй, ты самая красивая, глаза как небо синие. Одинокая ночами засыпаешь, но ты просто еще не знаешь, что ты самая красивая. Айболит, а я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Что ты самая красивая. Друзья, на сегодня все. Это была программа Positive Life, и я ее ведущая Вероника Миндич. До скорого! Оставайтесь всегда на позитивной волне!